Ну вот кольцо себе поставил, ДДшный мейн. Короче, Леха, мне кажется, надо в ДВшный рейд не ДКшником, а тебе ДКшников вечерний танчить. Так, ладно, поехали. Даю проверку. Кто там бьёт, где? Это не Рыба. ставил. Так, да, рыба. Надо практически все ту вообще никто не бил, когда сказали стопнули, типа материальность вы так и не восстановили. Странно. Там минус 2 был РДД со тьмы. А Вага не хочет трейд? Кто? Типа я вообще не Вместо дамажил, кого, когда например, сказали стоп. вместо Грейтыга, который дамажит вообще на первой фазе как танк? Тодорам за инст. Вага, заходи. Тьме Вага побудешь, там буду уверен, хоть что будет ДПС. Тимыч здесь. Свету мобы очень быстро разваливаются. Вот, Данчик, ты каски баф. И он. Еще раз проверка на пол. Все, и выйдем. Выйдем, босс. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. У кого микрофон включен? Нурглет? Какой Нурглет? Ну, Нурглет там. Чё Нурглет? У меня Саш, выключен. выключен. Микрофон. Не забудь затаунить перед второй фазой. Слезы, наверное, типа на нукле. Сори, переставил кнопки. Так. Чувар, перебежали. Три, а кто-то. Ника, Гену поднимите. Лужа. Бейте его нахуй. Чувар. Уходи. Боже. Дау. Заходим. Встали. Пошли подальше. Девочку. Прохиливаем Карину. Двигаемся за этой сферой. Побежали. Левее бери. Левее, босс, двигай. Еще левее. Все нормально. Нарте. Прохил Нарте. Прохиливаем рейд. Вы на диспельте, когда человеку стоит прямо у стены. Лезвие отойдите от босса.
Слобик. Карину просиливаем. Пока тут Байерниш Локи. Наперед, наверное, немного забежали. Стоп. Стоп, стоп. Лезвие. Конечно. Леха метка. Да подожди, лезвие пошло. Спелим. Переводим босса. Быстрее, быстрее, быстрее. Пытал возле вас справа. Ходим. Все на одну сторону. Не спал. Ничего. Прибежали. Стопнули по боссу 30%. 20. Стоп. 20% босса стопнули. Ма набирай. Сма херачит. Дайте по трэш урон. Ром. Может немного свет поддамаживаю. Бля, вы чё как диспелите? Обкурились что ли? Прибежали метеор. Свет домашний. Ой, тьма домашняя, наоборот. Стопнули свет по боссу. Праска, после анонса, если что, этот... Зайди в тьму, помогай там. Херачу. Тьма, набирайте, набирайте, набирайте. РДД большого. Дайте во тьме Геру. Выйди, Лёша. Папа, перебежали. Тут-то пылит, гудя. Обходим лужи. Кто-нибудь скажет, когда мне зайти? Драгонсон проносит. Бейте трэш. Аурей. Подниму, Гев. Свет бейте. Больше по боссу. Тьма херачится босса, что есть дури. Перебежали. Свет стоп, 30%. Раска, ты во тьме? Свет стоп! Никто не сказал. Блять, видишь Драгонсон линкует, блять, ты чё? У меня чат фреймами закрыт. Норд все упало, поднимите. У кого есть дар. Поднимаю. Всё, дракон упал. Все, танк упал. Бьем свет. Да уже танк упал. Блять, ну ты серьезно, включи, блять, серый чат, блять, у тебя объявление рейда, блять, идет посередине экрана, блять. Драгонсон пишет, заходим, блять. Вайп, танк упал во тьме. Какой наркоман диспелит цветов, скажите, пожалуйста. Он не мог сказать, в смысле? Кто диспелит цветов? Блять, ну реально, меня закрыли, блять, лужами, понимаешь? Ну сохраните диспелы, у кого есть, кто по диспелам? И поймем, кто свету диспелит. Типа япончик, ты я не курил? Я вижу все нет? Свои только диспелы. Но я не диспелил вот эту вот хуйню, то, что кто-то вот рядышком нарушил. Кто-то лишний. Свету только я могу сдиспелить. Если хоть один мой диспел есть, нету, ты значит это диспелишь ты. Это не я диспелил, я даже не нажимал кнопку. Да в смысле не ты, смотри, блять, вот я тебе линкую, сука, за все фазы. Один сейчас был вот мой диспел в конце, когда уже вайп, остальные все 9 от тебя были. Просто кто диспелит свету, может, я и ты? Во тьме уронили демона Локи, потому что тоже там человек не успел отбежать.
прям к стенке придиспелили, и Локи откинуло, он умер. Сейчас то же самое, типа там 3 метра человек сделал от босса, вы диспелите. Ладно, сейчас на свет как бы похуй, но вот тебе это тоже посмотри, может, я посмотри, все вот люди выбегают, думать. Я на краю диспелю. Я чё, бухой что ли, чтобы вот так вот Фредди диспелил? Единственный, кто диспелил, это был ты. Но ты видел, что я все фазы диспелю, когда человек выходит на край? Да ты хоть я один диспел другого диспел. Человека. Вы зайдите в рекаунт и гляньте, кто у кого он продиспелил, и все. В рекаунте пишется, кого диспелит человек. Че, может, на сегодня все? Ладно, на ком метка была, которую диспелили хуево? На пианисте. Враска, остаешься во тьме сразу же. Окей. Да туда враску и раздаваку можно запихнуть, потому что это, ну, пиздец долго будет, мы в берсу упрем. Не, раздавака пускай сверху будет. Так а смысл? Мы стоим с топом ДПС больше времени, чем все мы. Все хорошо, раздавака будет. Я все, нормально, не парься. Не, раздавака, ты светло, все нормально. А кто во тьму уходит? Я. Все здесь выйдем. ДПСа нет, потому что у тьмы нет 3% меткости. Да ладно. Ха-ха-ха-ха-ха. Блять, ДПС нет, потому что во тьме какого-то хуя лужи появляется прямо в рейде, и все дохнут. Не, нормально, мы же не сдохли, обошли вроде. Да, две подряд со света были. Поехали. Там сориентируешь гена, если что, всех свету. Не могу его пронеспалить далеко. Я сам. Убежали. Кто может себя диспелить сам, того даже не отвлекайтесь диспелить. Слева аккуратно лужи пойдут, смотрите. Вперед немножко к боссу. Пианист, метка. Короче, не забирал я босса. РДД большого, быстрее. Ну, значит... Что, я в свету тогда оставил? Там никому зайдет? Ты не сказала. Оставайся, свету, заходим. О, под лицо, блядь, хорошо. Мосса. Инфу какую-нибудь, куда крутить, а все. Какую инфу, я, блядь, зашел в клип и вышел. Где нонс нормальный хочешь? Блядь, это пиздец какой-то. Хоть бы проанонсила. А можно сказать? Дыханием просто снесло. Ну мы под лицо зашли. А можно немножко сказать? Ну скажи. Проблема у тебя саунтить. Знаешь, что из-за тебя сейчас был бывает на третьей фазе. Это я предвидел. Короче... Перс не мой, ну ладно. Мне надо забирать, либо станчить с пула, либо забирать после того, как умрет первый сразу. Первого бьете долго, метеор падает в хвосте в меня.
Надо было забрать, наверное, вместе с ним с хвоста ставантить больше, что он перевернулся, правильно? Ну да. Че, у тебя хвосте ДДР, ДДР не стоит? Никто? Это одно. А второе. Почему вы... Извините меня, конечно, можете меня нахуй послать, но почему вы заходите в тьму, и вы не знаете, где у босса будет морда? Вы не можете метку поставить, куда ей повернуть морду? И тогда вы зайдете точно не под морду. Можете так сделать? Там не в том, не в этом прикол. Ну так минус 5 это как? Минус 4, во-первых. Ну, во-вторых, минус 4. Дыхание мы снесло, потому что дыхание не должен заходить в тайминг, блядь, дыхание. Если в дыхание заходишь, тебе 100% снесет. Мы зашли позже, потому что анонса не было. Хотя мы должны были зайти, блядь, на 5 секунд раньше. Карина говорила, Лиси, по-моему. Я не услышал. Понимаешь, анонс и долго я здесь буду стоять одна, это не анонс. И выйдем, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Дживса поставьте внутри круга. Начало эры разрушения. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Выпала честь узреть начало эры разрушения. Карина, ты видит этот босс, метеор кинется в вайб. Вот это перед метеором. Метеор заранее летит. Блять, посмотрите, вот каждый за свой лонг. Лужи смотрите. Серьезно, блядь. Прянулся, блядь. Смотри лужу, сука. Норд. Убейте большого быстрее. Можешь уже идти забирать мясорук. Да, сейчас. Небеса в огне. Точнее, станьте. Бежали. Смотрите огонь. Быстрее, бабос. Пациент. РДД большого. 3, 2, 1. Заходи, я уже зуб дал. Заходит. Смещаемся. Просил. Лезвие 10. Слобик. Немножко назад идем. Правее берем. Еще. Ауди. Просил, Карин. Женек. Блять, ДБМ процентаж не показывает. Лезвие 64. Блоки сейчас режут. Просил Карин. Все, Драгонсон, иди забирай. 58. Бейте. 57. Фарад завис. Пятьдесят четыре. Бейте. Тимати.
Нормально. Сильва. Бейте. Мосса, поднимите, кто в свету, какой друид есть. Минусы. Вышли. Просили вам Драгонсона. Да, это... Скажите, когда Мосе можно зайти. Скажу. Денчик. Драгонсона хилим. Тивня. Потарвиту. Друиды. Перебежали. Сейчас можешь заходить. Захил. Тьма, больше бейте. Он опять умер, поднимаю. Скажешь опять, когда можно будет зайти? Когда зайти можно ему? Знаешь, сейчас зайти. Сейчас я... Перебежали. Чего большого не хотим? РТД большого добейте. Быстрее. РДД большого. Светлая вышка. Ты серьезно, блять? Рисуй пока тут. Пока тут мосса. РДД большого. Слобик метка. Драгонсона. Перебежали. Вы больших-то бейте или чё, блять? Выйди, кто там? Я знаю, вижу. Спел. Спел. Драгонсона прохил. Прожмись там. Роль. РДД большого. Да, Лакуи. Да, Лакуи нырнул. Я уже отдавала ему. Да. Перебежали. Мосты зашел, мелкий. Тимич Бэр есть? Бервольф нет. Диспел! Ма диспел, блядь! Где ты слакеры, блядь? Просил. Блять, еще чуть-чуть. 70%. Там херу можно дать. А что с огромной маленькой? 80. Тьма стоп. Тьма стоп, да. Свет, вот станица. Веру. Веру дать. Веру. Танка киль. На танке. И за большим буду бегать, да? Бейте все боссы, я не знаю, 9 цент. Большого хотя бы одного мне убейте. Драгонсона, Драгонсона. Тимыч, нет. Тимыч, выйди, пожалуйста. 30% свет. Хера. Драгонсона, Драгонсона. Он что там? Свету, дайте Геру, раздавак. Да Геру, была. Давайте быстрее. Да все, танк упал, ребят. Все, танк упал, там меня хупит, он хилит. Он 300. Ну, потому что я не могу убежать его и хилить. Бля, в чем проблема продиспелить была этот тьму? У вас потому что хил, который нормально диспелит, упал, нахуй, и остальные хуй забили. Бля, мужики, пиздец, подстава, свет вырубили, я сам в ахуе, извините, пожалуйста. Че там? Мосса, блядь, ты нормально вообще, скажи мне. Нахуй, столько раз дохнуть за эту фазу. Да, я видел, что было. Ты бы хоть саппорт выпил, хилом. Ой. Кто в цвету из РДДшников? Там только я, Локи и Сломик, все. Типа вообще РДД нет? Ну так кидайте РДДшников в свет, блядь.
типа мелкие отваливаются в 2 секунды, а большой у нас живет до следующего. А, ну Фарада еще, по идее, или нет? Фарада сдох. А, я вылетел. Сдох. Ну вот он вылетел, мы втроем. Пять вот процентов буст осталось. Вот Фарада и запорол пул. Конечно. Не выглядит бы, убили бы. Бесполезный маг. Да, давайте еще раз на. Потому что не хватит, во-первых, 2 ляма всего лишь, во-вторых, блять, проблема начала зло. И диспелы, блять, тьма, нахуй. Конченые диспелы. А можешь спросить, а у меня скадри вагает, или у нас реально у раздаваки 20% общего урона? Угу. Ну там наркоман что-то, блять, не так знаю, Чунхан сделал. 9 лямов тотемом. Что, блядь, 9 лямов? Не у тотема ОЕ, что-то. Ну, сдавай, тут есть женёк. Блядь, ну серьёзно, давайте. Не бить мне. Хороший трайк был. Типа ты поставил враску во тьму, он был типа, топ-1 занял у нас. Женька нету. Где Женек? У вас там просто зашел. И чтоб ему сейчас тактику рассказывать еще. Типа мне кажется, просто надо... знает тактику. Бля, да свет вырубило, говорю. Пизда. А ты че на дамаже? Типа тоже во тьму, наверное. По дорогу может закинуть. Пиздец, блядь. Вы-то не говори. Чё-таки долгие, блядь. Кстати, Враска, в следующий раз такое будет, ты таунт и бабу нажми. В тьме. Угу, было бы неплохо. 5% как раз бы добили. Я крылья давал. Я дезы... Да-да-да, мы все поняли, пианист. Ага. Там что-то было про зеленку, по-моему. И дезы. Я услышал то, что он из игры вообще вы. А, типа, где же не он? Блин, надо крылья прожимать, да это. Может быть, получилось. Что с ним, блядь? Да вон просто бери, да пока тут в сову, блядь. Выпейте, пожалуйста, все сапроты. Как во тьме и так пьют сапроты. Да, просто я этого не замечаю. Дайте какой-нибудь девке сапрот. Я потом вам с друида скину. Этот свет не пьёт. Когда Маша. Вон лёг в гости. Кто стоит, только скажите, это кто дает. Просто заходи быстрее, вы. Давай, давай. Так а что же? Хуй знает, он вылетел из Дискорда и из игры. Его, может быть, свет рубанули, либо интернет. У меня проблема. Что? У меня премиум закончился. Ты пухай. Охуенно. Была жизнь течение. Вы можете подарить мне 3 бонуса, я куплю его. Чё, кого делаем, кота или сову? Понимаю. Да. Пока тут ты в свету, короче, совой. Простя, ты в свету хилом. Пока тут на первый трэш, ну да, штрафол? Мне надо на второй. Кто остаётся в свету с танком? Три хилов еще раз распредели. Лагаешь. Напиши лучше, Лёх. Да, это меня слышно? Да. Пока что да.
стримы нахуй повыключайте в Дискорде, потому что они у меня грузятся параллельно, блядь, с Дискордом. Этот. Хорош. Все за них. На твой трафик, походу, стримят просто. Не, у меня просто на стримы идут в прямом Дискорде. И это все на телефоне. Короче, этот, Нарте, Мосс, Далок, Тьма, Денчики, Пончик, Прости, Свет. Прости, на второй фазе заходишь. Хотя не, не заходишь. Там и Пончик заходит. Сука, не закосячьте, заебало уже тут сидеть. Я только во вкус вошел. Ну, блядь, я как-то раз 6 часов тут просидел, блядь. Что-то вспоминать уже стал. За БДК, блядь. Ладно, не наебенивай. Выпейте фласки, сука, пол рейда вообще без нихуй. ДКП, въеби, да и все. Ни ДД, ни сапрот. Хочу, Свету сказали, можно не пить. Я сапрот выпью, чтоб ты успокоился, сладенький. Ты спьешь алкашную фласку на урон. БК, что ты хотел сказать? Прибежали, Метеор. Лужи смотри. Боссы на все. Сейчас. Чёрт. Перебежали. Джокер. Большого добейте. Дал зубы. Заходим. Лезвие делаем. Стоим на месте. Немножко назад. Ауди. Правее возьмите. Все, так нормально будет. Вести? Можно левее, левее, левее. Поворачивай, поворачивай. Ты что сделал? Я спросила, вести или нет. Денис, ты просто подлагивал и сказал только на месте слово. И поэтому она осталась. Да не, нахуй, в пизду заебал. Че, падаем? Ну конечно, блядь, минус 20 в рейде. Хули вы хотели, блядь? Два человека вам танчит только, нахуй, остальные не умеют. Теней. Учиться надо танчить. Я поставил, поставил рейд так. Я через сторону. Я вообще. Да, Лёха, мы тебя именно так и поняли. Ты, блядь, почти все. А чё, Драгон не может поставить или что, я не понимаю? У меня, блядь, таймер какой-то двойной написан. У меня, блядь, сначала... Блядь, какой Лёха говорит, таймер? Ты секунду, шары видишь, какой-то... нет? Шары у меня клевые. А у меня вообще таймера нету. Никакого таймера нет. Пиздец, блядь. Я просто его ставлю и, как говорят, верчу. А чё там, ещё таймер надо смотреть какой-то? Ну как бы лезвие, да. На первое лезвие, да, надо. Ну для нубов надо. Япончик, где твоя фласка? Уже третий трай. Вообще не понимаю, в чем сложность.
У одного шары хуевые, у второго таймера нету, нахуй. Вот и сложность. Шары хуевые, это как я слепой сказать. И выйдем. А, пристав баф. Сука. Япончик, на четвертый трай ты выпьешь сопрос? Спасибо. На четвертый трай у меня закончился. В прошлом трае у тебя не было. Два трая назад у тебя его также не было. Галок встать есть. Плюс-минус чат. Блин, перед заходом поднимешь его. Аут, сделай два шага назад. Слейте мне большого, пожалуйста. Слышал, Карим? Спасибо. Чего? Перед заходом поднимешь Галока. Перебежали. Либо сейчас можешь поднять, если там цель в зоне. Резну. Джокер. Ребаф по шаманам дайте. Босса. РЛД добейте большого. Зашла. Поставила? Да, заходим. Босс, выйди. 5 секунд. Жукаю. На месте стой. Я пошла. Все нормально. Блять. Больше двигать надо, босса туда. Сессы были? Не было. Выйду, получается, к нему пока тот норти. А чё пока тут делал? Чё лезу? Мосса. Мосса. Повежи. Пятьдесят шесть. Бейте. А стоп уже. Бейте. Стоп. Да какой стоп? ДПС нету, блядь. Да какой нет? 2%. Бейте босса. Мосса опять метка. Сейчас перейду в лес. Перейду. Надо подождать. Вышли. Перебежали. Ресаю пока тут. Не спал. Сразу по Норти. Норти япончика. РДД большого убейте. Ребафу дайте. Под руидом и... этим пристам. И нора, Тимыч, дай пока по япончику.
Свет может побольше. Мяка, выйди, мяка, мяка. Когда заходить? Перебежали. Свет 30, стоп. Тимыч, мяка. Тимыч, в раску поднимешь, если будет. Ауди, ничего не смущает, блядь. Раз. Скажите, когда можно зайти во тьму? Свету. Бля, ты еба. Слав, Верволь. Бить. 30 у босса. 20, стопните свет, вы чё? Надо башить. Свет по трэшу. Дайте еровать. Перебежали. Свет, стоп, побольше. Мам, больше, да, мам. Крутимся. Трэш. А Локи с нами, восьми? Локи, он теперь может. Активнее, активнее. 70%. Босс, свет поиграйте. Кончик. Перебежали. Стоп, свет. Чуть-чуть. Свет, стоп. Тьма, догоняйся. РДД, по живому огню. Раздавака выбежал. Залети иннер по мне. Это слома, бро, чё? Свет стал по боссу. Свет стал по боссу. Прибежали. Иннер по япончику дайте. Сбейте. Хорошо. Амберта скоро будет. Еще минута. Залейте мелкий, который уже пошел. Хуй ты зальешь, блядь, на хп до хуища. По боссу бейте 10%. Перебежим. Бери на сторону их, отведи и танчи. Свет, стоп по боссу. Свет, стоп. Икса. Трэш, трэш, активнее мелком. Банк сложила. Берса, босс. Все, это Берса началось. Да, ну все. Раска сдох. А че лага? Че вы там подохли, блядь? Ауди от лужи, понятно. Да я в луже, да, стал сдох. Встаем, забираем. Драган, может, ты уже сам поставишь? Дают БР, блядь. Ты встаешь. Охуенно встал в раз. Я нормально встал, просто побежал не туда. К слову, о БР и Гевка надо было БР просить тем, кто из Р-дружек.
они меня, потому чего? Что я выхожу. Еще раз? Ты попросил меня бернуть на первой фазе, я потом выхожу. Они верят, Мосса и, блядь, Нарцы отдают свои бояры в первую очередь. Да. Не так часто бэрят, скиллухи нет, вставай. Пять лямов, блядь, не хватило. 4 додель. Дживс, там что-нибудь есть? Пристамав? Пианиста, можешь сейчас... Вот почему во тьме порезалось 3 человека? Вот я этого не понял. Пока мне тут кажется, Нарси и ты пианист. Люди уже сами запутались, кто где стоит. Ты можешь сейчас сказать, кто из хилов стоит во тьме, кто в свету, кто выходит и кто из ДДшников стоит во тьме? Два рестор-друида, блядь, Нарсия, Мост, Далок, тьма, просто, блядь, Денчик, я что непонятно. Прости, Япончик, Денчик, Свет, Далок, Артия, Мосса, Тьма, всё. Первый патч во тьме. Типа сейчас Локи в свету был. Я хз. Локи в свету был, Враска в свету. Его разводили во тьме. Враска во тьме был. И Вага во тьме был. Локи, не, ты не во Вага, тьме. Локи. Локи, ты во тьме. Хотя не оставайся в свету, Локи. Я... Будет в свету. Лукнуться надо. Тимыч, что тебе не хватает? Я тут нажать не успел. Не-не, я нажать нету. Наушник слить. Да. Она сказала релок. Да. Тебя лагает, ничего не понятно. Обнова на 8 мегабит. Байт. Слобик Драгонса. Драгонсон здесь? Ну. Где Драгонсон? У меня на этого летел, захожу. Как раз БР от КДшится. Зашел. Ой, ты себе ПМ уже настроил? Нет. О, обнову скачал и не лагает. Все готовы и выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Прибежали.
на воин смотрится. РДД большого. Иди. Перебежали. Спешите бежать. Серьезно? Не слышу. Найс. Кто диспельнул? Я. Нахуя ты так диспельнишь? Это, блять, край нахуй? Это вот край? Да. Вот здесь диспельнить или вот здесь край? Ложите. Сука, ты диспельнить научишься уже сегодня или нет? Или камеру сложно отдалить, посмотреть? Не сложно, Лёх. Не сложно. Живса. Стоит. Я бы на полчаса продлил РТ. Да ну нахуй. Я бы до убийства продлил РТ. Что продлило бы? До убийства, говорю. Пока не убьем, не уйдем отсюда. То уйдет ГП нахуй. И все, и сразу убьете. Рейв Раск. Да мы бы уже убили, если бы не смерти на первой фазе. Браска здесь? Да. Все, поехали, Вадим. Так, ну я не готов. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Все уже. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. А на хп кричат? Может, блядь, не будет потом крик. Пожалуйста. Красиво, хули. Съебали нахуй. Чё, блядь, играть не умеете, что ли? Бэри есть. Во тьме двое люди. Сказали Моси бэрнуть. Тихо. Диспел сразу. Ты серьезно, блядь? Конорт теперь отдаю. Все, я следующий. Диспел. Баф. Не стримишь. Два БР в одного человека, первая фаза. Перебежали. Блядь, где ДПС? 83% уже перед фазой должна. Чё с боссом? Четыре процента, трепа больше. Бля, пока тут какая гроза, большого бей. Босса, блять, быстрее. 2% не успеем сейчас.
сразу. РДТ большого. Дал зубы заходить. Карина. Заходите. Да, лок, метка. Лезвие 76. 5 секунд. Кручивай лезвие. Все, зрительство стираем. Схиливаем. Слобик. Драга. Лезвие. Локи. Я пока не могу использовать. Серьезно, блядь, лезвие забежал сам, блядь. Карина, как выйдешь, сразу БРМ, да? 54%. Топнули по боссу. Стоп, ДПС, чего вы бьете? Бейте. Бьем. Под хвостом вышли. А там. Диспел. Тимыч, святого можешь меня брать? Че с БМ? Тимычев в оверхильте. Правда. Мягко, мягко. РДД большого. Перебежали. Элрей выбежал. Перебежали. Завейдился. Пианист. Пианист метка. Перебежим под ним пончика. Стоп, свет. 30%. Бейте трэш. Надо надавить. 50%. Бьем босс. Перебежали. Дайте евро. 70% тьма. И все туда. Вервольф. Денчика поднимите быстрее, пока тут у кого БР есть. Моса, выйди. Моса. Маленького заберите. Подомажьте его, ёбаное все. Тимыч. 70. Свет, поддамажьте. Перебежали. И на рапы хилам, знаете? Драгон сценарий у нас... По япончику инер дайте.
Огонь с танка забери. РДД, огонь с танка. Мелкий. Нету, говорит он. Вага, ну, блядь. Прибежали. Пианист, пианист! Убеги! Бегите! Фарада. Огонь аккуратно, святую. Право. Минуту до берса, походу. Ой-ой-ой-ой, хп. Давайте нахуй бейте. Свет больше домашний. 5% у босса. 30%. Перса 40 сек. Ауди выбежал. 30% свет. Да не орите его. Нечего диспейлить, нечего диспейлить. Стоп свет, стоп свет. Перебежали. Мана вообще нет ни хера. Босса зерганите, дам босс. Упал, упал. Где допал? Добейте. Yeah, бабл, бабл, денчик, денчик, бабл. Выбивается 200 тысяч. Все, отхиливается. 2%. А кто упал? Все, умирает. Леха. Мага первый отъехал, потом я. Я имею в виду из танков. Берса. Тьма упала. Тьма упала, берса. Ну на берсе все упали. Ну блин, если бы у нас не сдыхали ДДшники на первой фазе по 2 раза. Согласен. Пиздец, под конец вообще нахуй. Под конец вообще нахуй цирк начался, блядь. Я не знаю, еще будем сейчас. А хули нет, давайте убьем, ебать. Завтра еще вряд ли соберется. Все, через час первая плата. Кто хочет ГП снять, переходим на первую плату. Да бля, Лёх, ну ты прикалываешься, что ли? Если я через час не могу. Ты говорил вчера, что ГП будет снято за приход 2РС. Ну бля, просто весь день сидеть, ну тоже такой себе прикол. Я имею в виду за сегодняшний РС. За вчерашний? За вчера. Так за вчера говорили, что на то, что тебе надо на первую карту перейти. Не-не, это Лёх.